У нас апартаменты, имеется общий тамбур на две комнаты. Вот, у нас 13 номер. Что мы тут имеем? Вход такой. Вот помещение. Спальня достаточно большая. Дополнительная кровать. Кладушка, то есть. Вот так вот все имеется. Ну, светло, хорошо. В коридоре здесь у нас имеется шкаф с вешалкой. И вот большая еще кухня-столовая. Недаром это апартаменты. Последний этаж. Копыта напротив. Только что оттуда. Очень вкусно покушали. Варочная панель, приборы, кастрюли, немного тарелок. Холодильник. Большой холодильник. Вверху там просто антресолька. Вот так вытяжка. Ну и санузел. Чистенько, девочки, молодцы. Украинки убрали все. Все чистенько, хорошо. Так, и пойдем в соседний номер. Теперь соседний номер, номер 12. Что мы там тебе? Он чуть поменьше вроде как должен быть. Вот. Начнем с санузла. Санузел. Душевая кабина такая. Вентиляция принудительно включается. Розеточка есть. Так. Это столовая. Она чуть поменьше. Столовая чуть поменьше, но зато имеется какой-то закуток. А ну здесь холодильник просто. Холодильник. Вид во двор. Дворик. И вот теперь спальня. Тут столик, кресло, кроваточка. Чистенько, все светленько, все хорошо.